Привет, я Хлобыстин Евгений, партнер Bittrex24 из Санкт-Петербурга, компания IT Solution. До Bittrex я занимался 1С и приложениями для социальной сети ВКонтакте. И пришел в Bittrex примерно 6-7 лет назад. Мне нравилось делать для бизнеса решения, нравилось делать приложения, которым пользуется огромное количество людей. Bittrex позволил мне объединить мои умения, и я смог делать большие приложения для большого количества людей, и они были бизнесовые. В рамках Bittrex мы сейчас делаем внедрение, настройку, разрабатываем тиражные индивидуальные приложения. И вот уже пару лет мы занимаемся BI-аналитикой для Bittrex24. Привычно было работать с корпоративным сегментом среднего малого бизнеса, да, не совсем крупного. Но сложно было, что Bittrex такой обширный, и надо иметь кучу знаний во всех областях. Телефония, маркетинг, сайтостроение, то есть очень нужно в идеале много знать, и нам приходилось все это осваивать. Развитие продукта идет вслед за запросами клиентов. Мы видим, что появляются новые функции, их, конечно, черпают благодаря партнерам и благодаря запросам клиентам. И мы видим, как продукт сильно развивается, появляются эти функции. Ну, получается так, что к нам часто обращаются клиенты по нашим приложениям, и они уже приходят с кучей своих идей, как это можно улучшить. И здорово, что, например, наши приложения можно улучшить средствами самого Bittrex. Например, они говорят, нам нужно приложение такая функция. Мы их можем остановить и сказать, ну, это же можно сделать на бизнес-процессе и совместно решить задачу клиента, улучшить его процесс в компании. Bittrex, конечно же, сильно отличается, во-первых, то, что, ну, это первое сообщество, где я вижу инициацию сверху, да, на развитие сообщества. Да, в Bittrex мне очень нравится, что все общение партнеров поощряется, все время собирается, и это очень приятно, что можно найти единомышленников. Для меня Bittrex — это, с одной стороны, да, бизнес, но с другой стороны, это для меня даже интересная экономическая игра, в которой можно развиваться, соревноваться. Я каждый день просыпаюсь и радуюсь, что можно пойти поработать, поиграть в такую игру.